15 мая 2014 года Санта-Сусана, Испания, объединенный чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров. Я Александр Тимошенко, портал islab.ru и... Александр Кущук, так. Привет. Я выступал сегодня в классическом бодибилдинге до 180 сантиметров. Попал в финал, выступил вроде неплохо, отработал произволку. Соперники были очень качественные, было с кем поработать, посоперничать. Вот. Ждем награждения, я не знаю, честно, результаты, очень волнуюсь, наверное. Вот Александр Тимошенко за меня очень переживает, решил меня поддержать этим интервью. Вот. Совершенно верно, я хочу тебя поддержать, поддержать тебя, твоего тренера. Тренер у тебя, кстати, кто? Дмитрий Шанькин мой тренер. Ну я-то знаю, что он просто... Да, ребята, моя команда, все болеют за меня. И Дима специально приехал, чтобы меня поддержать. Ему огромное спасибо. Огромное спасибо команде. Огромное спасибо жене Дмитрия Шанькина. Которую зовут Ксения Нешанькина. Вот. Всем спасибо. Всем спасибо, кто за меня болеет. На работе все болеют за меня. А кем ты работаешь и где? Я работаю персональным тренером в городе Зеленоград. Вайфит фитнес, ребят. Кому не лень, приезжайте, пообщаемся, потренируемся вместе, потренирую, кому дам полезные советы. Меня там ждут с наградами, сказали не приезжать без победы. Вот и... Ты выполнишь обещание. Изо всех сил старался. Сейчас остается дело за судьями. Я уверен, что они субъективно судили, поэтому... Субъективно или объективно? Объективно. Потому что ты сказал, субъективно судили. Объективно. Потому что ты на позитиве, я понимаю, что ты перепутал слово. Да, я уже отработал, я уже немножко расслабился. Но, опять же, держу себя в форме, потому что мне еще на сцену выходить, ребята. Всем спасибо большое. Пока. Нет, не пока. Нет? Пару вопросов. Давай. Вопрос номер один. Сколько стартов у тебя было в этом сезоне? В этом сезоне у меня 5-й старт. Думаю, что заключительный. Очень устал, если честно. Но все старты были очень хорошие. Я хочу завершить последний старт тоже очень. Все были золотыми медалями? Все золотые медали. Ни одной серебряной? Ни одной серебряной. Сейчас тоже нужно золото? Безусловно. Скажи, пожалуйста, еще вопрос по специальности к тебе как к классику. Перспектива для роста в классическом бодибилдинге существует, когда есть такие критерии, как рост и вес? И в чем они выражаются? Знаете, Александр, я что думаю насчет этого? Я классик, вот, и вроде бы как бы с меня получился неплохой классик, и я буду пытаться в дальнейшем в классическом бодибилдинге взять все, что только есть. Вот. А все, что только есть, можно перечислить? Я очень хочу попасть на Арнольд Классик в Коламбусе, в Испании, и хочу на мир поехать. Это для меня очень важное соревнование. Вот, все поездки, это так, для меня будет честь вообще. Так что, перерыва сейчас не будет, то есть ты плавно перетекаешь? К сожалению, я буду делать перерыв на осень. Почему к сожалению? Шаг назад, вперед, рывок. Потому что... Это к счастью, на самом деле. По полной программе. А вообще, на самом деле, как тренер скажет, так и будет. Ясно. И последний вопрос. Вот сейчас твой вид, когда ты посмотришь потом видео, ты можешь сказать, почему у культуристов, когда их снимают, и при определенном освещении создается иллюзия, как будто у них губы накрашены? Ребят, на самом деле шоколад ел. Всем удачи, да? Всем удачи, пока. Да, будь здоров. Спасибо.